Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, добрый день, доброе утро. Где бы мы вас ни застали, сегодня вы с нами в майнерской компании с Юрой Дашевским. И, конечно, КНБ. Сегодня здесь у нас КНБ, Константин Натанович Боровой, комментатор, автор, звезда политики. В прошлом, я надеюсь, в будущем. Ну, а о настоящем мы поговорим сегодня. Константин, как вы поживаете? Неплохо. Неплохо. Работаю, пишу, выступаю. 2-3 был рекорд. 6 интервью в день. Вот. А по поводу ситуации в Украине, в России, соотношение этих двух, так сказать, позиций. В общем, Америка, всех очень интересует позиция Америки, потому что она меняется в Украине. Вначале Байден говорил, что никакого оружия нет. Вы что? Путин может начать ядерную войну, и вообще Третья мировая война начнется. А англичане поставляли оружие, поляки поставляли. Финны. Ну и Путина никто не обижал, между прочим, тоже ему подкладывали там, пока все эти санкции были, потому что Франция и Германия сказали, что как это мы можем... Мы же честно соблюдаем контракты, мы же как бы страна, так, страны, которые, в общем, движимы силой закона, и если мы сказали, что мы поставим это вооружение, мы его поставим, потому что заплачено уже. Ну там проблема с Германией, с европейскими странами была в том, что они продолжали получать газ и нефть путинские. И одна только Германия платила каждый день 200 миллионов евро. Каждый день. И эти деньги не замедлялись. Они немедленно перескакивали. И когда эта информация начала протекать в СМИ, может быть, вы заметили, несколько российских олигархов, связанных с «Газпромом», с нефтью, нафтой, погибли. Просто были убиты там один несколько дней назад, зарублен, жена и дочь зарублена топором, а он, так сказать, убит из пистолета и... версия, поскольку это уже была третья версия самоубийства такого странного, то в нее никто не поверил, но главная версия самоубийства, причем в нашей с вами любимой Испании это произошло. Да вы что? Да. Я что-то пропустил. Да, это было 2 дня назад. Компания «Нафта». Угу. Вот зарублена топором дочь, жена. В общем, ужасы какие-то. Такое впечатление, что Путин занимается садизмом не только в отношении украинцев, но и в отношении не очень послушных олигархов, которые сейчас начали разбегаться в разные стороны. Я уже просто пальцы устал загибать. Кто куда уехал, в Израиль, там, в Лондон, в Европу, во Францию, в США. Все бегут от этого Путина. И такое впечатление, что ему это не нравится. Он уже пытается остановить их даже таким путем. Зарубить топором. Это, кстати говоря, вот опричнина. Старый Достоевский метод. Опричнина? Нет, это еще раньше Достоевского. Опричнина. Опричники убивали. Значит, ну, конкурентов, так сказать, царя. Вот, насиловали, вешали там дочерей, жен. Вот, но убивали топорами. У них такая была технология. Константин, вот сегодня очень многие люди выступают. Они являются советниками, они являются визирями, они являются бывшими олигархами.
Они живут на Западе, они живут в странах бывшего Советского Союза. Очень много людей сегодня в ютубном пространстве, в видеопространстве интернета, в информационном пространстве мировых конфликтов, комментарии на русском языке, что думает Путин, чем он болеет, когда он умрет, когда он ляжет. Вот говорят, что он сейчас в любой момент должен лечь на операцию. Рак вырезают, Паркинсон, что там еще у него нашли. Короче говоря, как вы относитесь к этому всему? Я понимаю, что во время войны вообще трудно верить какой-либо информации на 100%. Знаете, включая у меня нас была... с вами. Включая да. нас с вами. Конечно. У меня была дискуссия позавчера с украинским одним средством массовой информации, которые они что-то начали меня сравнивать с кем-то из украинских экспертов, и который явно поменял свою позицию в связи с последними событиями. И мне пришлось напомнить журналисту, который тоже как-то начал с сомнением говорить о моей политической позиции. Мне ему пришлось напомнить, что когда большинство украинцев выступали против НАТО, за сотрудничество с Путиным, мы с Валерией Ильиничной Новодворской обличали колорадов, обличали русский фашизм, вот этот русский мир. Более того, уже когда был Майдан, и мы поддержали Майдан, я после Майдана приехал в Украину, некоторые ответственные, это было при Порошенко, ответственные лица называли меня экстремистом. И Новодворскую за то, что мы вот поддерживаем такие радикальные события, как Майдан. Сегодня это общая позиция украинцев. Они все поддерживают Майдан, они все демократы, они все против этих там Z и колорадской ленточки. Но было время, когда соотношение сил было не в пользу вот нынешней, так сказать, позиции тех же самых украинцев. Все меняется, но к лучшему, что же делать. Кстати говоря, мы обсуждали вот это вот V и Z. Знаете, вот, да, эти символы? Это загадка, между прочим. У нас очень много теорий на все случаи жизни, но конкретного объяснения никто не раскололся до сих пор. Откуда это все взялось? Вы к чему пришли? Объяснение есть, очень простое. Это вариант свастики. Это, понимаете... Ну, не выдаете ли вы желаемое за действительное? Это началось с ЧВК Вагнера. Угу. Есть такая организация, которая начала создавать некоторый новый стиль для... российской армии, для российских спецслужб, стиль поддержки нацизма по существу. Один из руководителей вот этой ЧВК Вагнера, такой, он военный руководитель, там Пригожин, так сказать, владелец компании, основатель компании и военный руководитель, такой Дмитрий Уткин. Он не скрывает своего преклонения перед нацистами. У него пароль 9, номер 9. 9 – это у нацистов очень символическая цифра. Это обозначение Адольфа Гитлера. 9 – это сумма номеров A и H. В немецком языке А и Х. Первой буквы и восьмой. Вот. И он очень любит нацистские символы. Он любит фотографироваться в нацистской форме. И технология подготовки, которая перетекла теперь в спецслужбы российские, это технология подготовки такого Заратустры, сверхчеловека,
который не боится убивать, не боится насиловать эти низшие расы. Вот. Это сверхчеловек. И на этом основана, так сказать, идеология, и тут нет никаких сомнений. Это свастика. Это вариант свастики, который применялся, причем это, ну, вы ее видели в чуть в специфическом варианте, СС. Это вот молния, две молнии. Это, угу. Ну, это руны, это руническая история. Да, это руническая история. Руны используются очень широко в технологии, так сказать, идеологической подготовки вот этих сверхчеловеков. Вот. Это нацизм, настоящий нацизм, который легально присутствует, существует в российской армии, в российских спецслужбах. Российские спецслужбы стали таким доминирующим элементом в армии. Если вы знаете, вот этот захват Крыма, он осуществлялся по существу только спецслужбами. Функция армии была очень вспомогательна. И Путин рассчитывал на то, что та же история может повториться, и ему повезет проделать ту же самую штуку, что и в Крыму. То есть силами спецслужб и полиции захватить ключевые точки и устанавливать, так сказать, свою власть. Но, к счастью, не получилось, хотя, продолжая там одну тему, которую мы уже с вами начали, по поводу Германии, США, реакция Соединенных Штатов была известна. Все это будет захвачено в течение 3 дней. Посольство надо выводить, граждане должны покинуть территорию Украины, защищать Украину Зеленского нельзя, потому что это вызовет гнев Путина и Третью мировую войну. Это в самом начале. Потом это заболевание, к счастью, прошло. Но оно было, очевидно, так сказать, высказано, когда Германия не пропускала вооружение Великобритании через свою границу. И необходимо было самолетами его доставлять. Когда Соединенные Штаты до сих пор не открыли для Польши право поставлять МИГи Украине, старые самолеты. Хотя разговор об этом уже 2 месяца и ведется. Вот. И с сожалением об этом говорят украинцы. Ленд-лиз был одобрен вчера, но поставки, вот те, которые предполагались по ленд-лизу тяжелого вооружения, они не так быстро происходят, как на это рассчитывали в Украине. Ну, я думаю, что с этим дело как раз пойдет, но так много противоречий в этой всей истории. Сегодня мой товарищ Антон прислал ссылки, с идеей подумать на эту тему. Это ссылки всяких актов Конгресса, которые выдвигались, там проекты предлагались к обсуждению, и там речь шла уже в январе месяце о том, чтобы дать Байдену право на принятие решений в отношении Украины, пострадавшей от возможной агрессии России, и о том, чтобы решить вопрос ленд-лиза, опять же, задолго до того это все происходило, когда начался конфликт, началась агрессия России. Не то хочу быть банальным, Юр, да. Но благими намерениями устлан ад. Понимаете, благих намерений в Соединенных Штатах было очень много. Я с этим столкнулся еще в 90-е годы, когда была первая Чеченская война, и когда в России начал возникать империализм настоящий, антизападный, антиамериканский.
И благие намерения были самые позитивные, самые интересные, но это ничем не кончилось, к сожалению, тогда. Ну, у нас что получается, что у нас как бы все это попытки понять не с точки зрения, но мы с вами, насколько мы, скажем, ангажированы с вами. У нас есть, конечно, какие-то пристрастия за пределами личных интересов, да, скажем так. Но все равно я, например, не могу сказать, что на меня влияет, вот так, чтобы я это осознавал, там, политика России или политика Украины или политика США в данном случае. То есть я не проплаченный тролль, да, так скажем, для краткости. Я себя таковым не ощущаю никак, ни с какого ракурса. Итак, вы не ощущаете той материальной поддержки, которая бывает у тролля. Да, я ощущаю там ненависть, там какие-то уколы со стороны некоторых участников чатов, там комментарии. Но мы же понимаете, что прокусить эту кожу довольно трудно. Но вы понимаете, что дело, что она все более смещается в область абсурда. То есть, если следовать этим документам, которые я очень курсорно просмотрел, то Америка была готова к тому, чтобы помогать Украине воевать с Россией, а Россия как бы не готовилась к тому, чтобы напасть на Украину. Да? При этом ни у одной из сторон реально, конкретно никакого интереса, стимула, повода, выгоды в том, чтобы так действовать, не было. Все цели, которые идиотские цели, которые объясняет это Россия, которыми объясняет Россия свои действия, они абсолютно иллюзорны, выдуманы, высосаны из пальца. А зачем нужно Америке, например, чтобы Россия, которая очень легко, в общем, экономически, очень уязвимая структура российского хозяйствования, да, когда все надо вывести за границу, а за границей живут, как ни странно, заграничные люди, которые очень легко могут контролировать все эти вывезенные богатства, ну, в значительной степени. И ни Америке не нужно уничтожать Россию, ни России не нужно уничтожать Украину и вообще противопоставлять себя всему миру, исходя из здравого смысла. Я слушал интервью у Дмитрия Гордона, вот буквально перед началом нашей передачи, с одним из генералов, фамилию не вспомню сейчас, он говорит, что да я сам не верил, что может быть что-то вообще со стороны России. Никто, он связан с этим Службой безопасности Украины, СБУ, то есть бывший КГБ. Юр, действительно... Ни сном, ни духом. Действительно, здесь, в Соединенных Штатах, я с этим сталкиваюсь на экспертных группах, на обсуждениях, в университетах, не понимают основная масса профессоров даже людей, которые занимаются Россией, основная масса не понимает явления, к сожалению, которые происходят в России. Скажем, вот эти стандартные утверждения насчет того, что Путин пытается возродить Советский Союз, или второе утверждение, Путин пытается возродить Российскую империю, ну, это, по крайней мере, ошибка. Это очень признак очень слабой экспертизы. Я с этим сталкиваюсь каждый день, Юра. Экспертиза не просто слабая, а никакая. Люди, которые отвечают за оценку ситуации в России, многие из них не читают по-русски, не понимают, что там происходит, совсем не понимают. Для Путина война в Украине – это способ сохранения власти. Цель у него очень простая – сохранить власть над двумя трубами, над нефтяной и газовой, сохранить капиталы и сохранить власть. То есть, так сказать, вот оппозицию удалось победить, купировать, так сказать, и вот, скажем, тот же Навальный продолжает тормозить эту оппозицию, имитировать оппозицию, то есть делать все, чтобы этой оппозиции не было. Но сегодня падает рейтинг президента, возникает вот это внутреннее, так сказать, напряжение, которое очень опасно для Путина.
возникает напряжение с региональными элитами. И это еще до войны было. И мы это видели на примере там восстания по существу в Хабаровске, в Дагестане, та же Чечня. Это, так сказать, упрощенный взгляд на Кадырова очень опасен. Это противостояние с центром, противостояние с федеральными чекистами. И вот эти местные региональные элиты, они воюют с Путиным прямо, косвенно. И идея мобилизации общества – это идея противопоставить центр регионов, усилить центр. Понимаете? То есть это война не за территорию, это война не за ресурсы. Это война даже не за влияние на Украину. Это война за влияние на собственные территории, на собственные элиты. Но, видите ли, элиты тоже все завязано, честно говоря, на Запад. В России, вот вы верите в то, что у России есть какие-то ресурсы, о которых никто никогда не знал? И она на самом деле в 10 раз богаче, в 10 раз устойчивее и стабильнее, чем про нее думают все «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и «Дейли Мейл» вместе взятые. Нет, ну вот недавнее открытие, может быть, вы слышали об этом, люди – это новая нефть. Так это формулируется. Вот. Это огромная территория, это полезные ископаемые, это лес. Это... Ну да, ее надо кому-то продавать, и ты не можешь получить хорошую цену во время войны, в противоположность цене во времена мира. Не обязательно продавать, сдавать в аренду, допускать совместные... Опять же, но все равно аренду ты же должен получать эти деньги как-то. Кто будет разговаривать с человеком, дом которого горит, в том смысле, в каком горит репутация России во всем мире? И давать ему хорошую цену за его арендуемые помещения. Юр, я должен сказать не очень вежливую вещь, да, конечно, в отношении страны, в которой мы сейчас с вами находимся. Значит, все ожидают и все считают, что Соединенные Штаты выступают против варварства, вводят санкции против Путина. Там начинают бороться на стороне Украины. Но если мы с вами честно, откровенно начнем считать, что на самом деле делается в этом направлении, мы будем шокированы. Санкции последние, самые там, про которые Байден рассказывал, что это санкции, уничтожающие Путина. Санкции против его двух дочерей, против жены и дочери Лаврова. Понимаете? Но каждый день, Юра, услышьте это, каждый день Соединенные Штаты перечисляют Путину 1 миллиард долларов. Нету таких санкций, которые компенсировали бы вот это поступление. Очень много разговоров о введении эмбарго. Очень много разговоров. Немцы обожают эти разговоры. И американцы очень любят эти разговоры. Но никто ничего не делает. И такое впечатление, что никогда делать и не будет. И не собирается. Понимаете? Поэтому мы с вами присутствуем при абсолютно таком возведенном в религию ханжестве, понимаете, в результате которого утверждается, что вот, ну да, вот мы боремся, мы помогаем бедной Украине, мы возмущаемся Путиным, но делается по существу прямо противоположно. Это очень печально. Печально, это абсурдно. Это то, что большинство людей, находящихся сегодня у власти в мире, устраивает хождение по кругу.
Вот это вот осла, запряженного в жернов, который ходит и ходит и ходит, и никуда не выходит из этой ситуации. И мы, следуя за ней, мы говорим, в общем, на одни и те же темы. Сейчас начинают все думать, что будет после окончания этой войны. В результате, там, не знаю, мирных переговоров, разгрома российской армии на территории Украины, там, какого-то временного соглашения, позиции очень многих политиков, к сожалению, политиков, принимающих решения. Она формулируется так: нельзя допустить разгрома Путина. Понимаете? И это очень опасная позиция. Значит, опасаться Третьей мировой войны, которая уже идет, опасаться ядерной войны, которая никогда не будет, вот, и принимать решения, способствующие этой ядерной войне и этой Третьей мировой войне, это чрезвычайная, крайняя форма ханжества и подлости, я бы сказал. Я правильно вас услышал, что вы сказали, что ядерной войны никогда не будет? Да, конечно. Почему вы так думаете? Потому что все окружение Путина, его там, дочери, его ближайшие родственники, дальние родственники, это люди, ориентированные на получение... На долгую и счастливую жизнь. На Западе. На долгую и счастливую жизнь, используя западные технологии, западные, так сказать, условия жизни. Миксеры, кондиционеры, там, стиральные машины. В том числе. Да, сегодня, пылесосы. Когда немножечко, это же ведь... Нам с вами очень сильно морочит голову, когда рассказывают об этих удушающих санкциях. Они не удушающие, они микроскопические. Но даже эти микроскопические санкции производят катастрофическое впечатление и на граждан России, и главное, на элиты, которым это не нравится. Сегодня, значит, несколько десятков олигархов убиты вот за последние два месяца. А большинство олигархов давно покинули территорию России и находятся на Западе, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Израиле, во Франции, где угодно, только не в России. То же самое касается интеллектуалов. Все давно уже уехали в Лос-Анджелесе, сегодня мне сказали. Огромный рынок возник очень талантливых, высокопрофессиональных режиссеров, операторов, монтажеров, все, которые приехали из России. Конечно. И все они хотят получить работу, и многие получают работу, потому что они демпингуют, так сказать, предлагают работу по значительно более низким ставкам? Ну нет, это не совсем так. Они не могут очень низко работать, потому что они приехали сюда зарабатывать. И вот эта область работы в кино, она очень сильно регулируемая профсоюзами. То есть ты не можешь, имея какой-то бюджет фильма, быть вне этой системы профсоюзов. Если ты работаешь как бы налево, там, за кэш, черный нал, еще какие есть. Юр, я немножечко сегодня потратил, мне самому было это интересно, в какой степени, как можно обходить эти ограничения. Они обходятся очень легко, поверьте. Обходятся очень легко и здесь, в Лос-Анджелесе, и это не только работа за кэш. Это там, ну, существует огромное количество обходов. Мы с вами обсуждаем санкции. Значит, кто-то из экспертов буквально вчера, позавчера выступил, что вот следующий уровень санкций, он предотвратит возможность обхода санкций.
Понимаете? То есть сама идея или понимание того, что санкции легко обходятся, она уже есть у экспертов здесь, в Соединенных Штатах, в Европе. И разговор идет о том, что следующий уровень санкций должен предотвратить эту возможность обхода санкций. Вот. То есть все понимают, что это санкции фикции, что они легко обходятся с помощью там, китайских банков. Ну, любой закон хорош настолько, насколько стороны, которые его исполняют, любой договор. Хорош настолько, насколько хороши стороны, подписавшие его. Дорогие друзья, я вижу, что те, кто из вас глубоко интересуется, хотели бы знать, о чем я говорил, вот со слов Антона Попова, приславшего мне эту ссылку. Я думаю, что он сделает какое-то более глубокое бурение в этом направлении. Я просто хочу сказать, что документы, о которых я говорю, называются H.R. 6753, то есть это House of Representatives, 117-й Конгресс. Документ поданный, проект, законопроект поданный Джо Уилсоном. Джо Уилсон, если кто-то вспомнит, сейчас был момент, когда выступал Барак Обама перед Конгрессом, и Джо Уилсон крикнул: вы врете. Из зала выкрикнул, был как бы он шельмован за это дело, но он подал законопроект. Законопроект. Не знаю, принят он был или нет, не вижу сейчас из этого документа, я на веб-сайте Конгресса. congress.government.gov. А этот законопроект временно ликвидирует определенные требования, связанные с властью президента в отношении того, чтобы осуществлять ленд-лиз предметов обороны, скажем так, если эти предметы обороны направлены на украинскому правительству и необходимы для того, чтобы предохранить гражданское население Украины от российского военного вмешательства. Этот документ датирован 18 февраля 2022 года. Ну, опять же, можно говорить о совпадениях. Это достаточно короткое время, это меньше, чем неделя до вторжения. Писался он, конечно, гораздо дольше, более, чем как бы вот в эту дату, когда он был подан. Может быть, его месяц готовили, может, его две недели готовили. Но он имел место, и об этом нужно знать и говорить. Простите, а второй документ — это S-3522. И он был подан в Сенат для того, чтобы подать увеличенную, расширить власть президента и войти в соглашение с правительством Украины для того, чтобы осуществить ленд-лиз оборонных изделий оборонного назначения этому правительству и предохранить гражданское население Украины от российского военного вторжения и других целей. То есть это, как бы, опять же, кто его здесь интродюснул, я не вижу. Ага, так, его, да, представили Корнин, Кардин, Уикер и Шахин. Они все находятся в комитете по связям с зарубежными странами. Вот, его предлагают назвать Украина, они здесь называют... Акт защиты Украины для ленд-лиза 2022 года. Вот. То есть эти документы, и опять же, его дата была, это в Сенате он обсуждался 19 января 2022 года. То есть это было все... Дай бог. Нет, это было давно. Это было до того, как Россия вошла в Украину. То есть это все имело место так, как будто бы вторжение состоялось, скажем, 17 января, а 19 было предложено расширить полномочия президента. Как бы в Америке все военные приготовления осуществляются, как правило, после того, как начались уже какие-то действия. Я хочу вам напомнить, Юр, что все-таки захват Крыма, захват Востока Украины произошел не в январе 22 года. Это я понимаю. В 14 году и военные действия по существу велись, и там были две довольно крупные битвы. Дебальцево и Лавайск. Вот, то есть военные действия были, и Украине, которой
ну, чем-то надо было защищаться. Армия была достаточно плохо вооружена. И я помню 18-го года данные мы оценивали на экспертной там одной группе, и соотношение было очень печальным. Старое вооружение, советское, у Украины во много раз меньше, а современное вооружение у Украины просто и не было никакого в 18-м году. Да, но вот сейчас мы слышим о том, что были американские инструкторы, которые помогали тренировать украинскую армию, и это понятно, и я это приветствую. Были британские инструкторы, которые помогали тренировать украинскую армию, и я это приветствую, потому что Украина чувствует себя уязвимой, она чувствует себя страной, которая отдала добровольно практически свои вооружения, как бы вот такого сдерживающего характера, как ядерные боеголовки. Но это все-таки работает, если даже они сгнили, и никто не знает, где они на самом деле лежат, но само фактическое наличие этих вещей в стране, они удерживают очень многих от нападения. То же самое относится и к российским ядерным ракетам и ядерным вооружениям. Кто знает, в каком они состоянии. Если они в том же состоянии, что крейсер «Москва», то как бы там не о чем говорить. Мне, кстати, улыбнула одна меня карикатура забавная. Две рыбки плавают под водой. И одна другой такая, которая по легкомысленнее выглядит, вернее, она слушает, а другая говорит: вот смотрите, значит, вот тут вот однушечка и $1500 в месяц. А это такая легкомысленная рыбка отвечает на следующей картинке, говорит: ну, что-то дороговато, мне кажется. А та первая рыбка задумчивая, она говорит: ну, что же вы хотите, милочка, это Москва. Ну, такая вот мрачный и мокрый юмор. Опять-таки, до сих пор мы не знаем. Даже украинцы, уже украинская сторона не так уж настаивает на Нептунах, на этих, что это Нептун подбил на сегодняшний день. Украинцы сохраняют чувство юмора, мне это нравится. Да, большинство. Я боюсь, это могла быть и российская карикатура тоже, потому что там масса людей с хорошим чувством юмора и обостренным чувством Путина, я бы сказал, в том числе. Но, кстати говоря, вот сейчас это утверждение, я в понедельник по этому поводу, у меня большое интервью с Украиной. Угу. Значит, существует такое предубеждение или данные о том, что 80% или 83% поддерживают войну с Украиной, граждан России, а 40% поддерживают идею, значит, ядерной бомбы, которую можно сбросить на территорию Украины. И, ну, на экспертном уровне там ссылки на американцев, которые использовали в крайней ситуации против Японии ядерную бомбу для того, чтобы остановить нацизм в Японии, милитаризм. Вот. Ну, это же в сегодняшних условиях это в чистом... Они говорили, пишут там, что негров вешают в Америке. Ну, я думаю, что уже это хороший аргумент. Да, это уже аргументы с советских времен, все-таки чуть-чуть устарел. Да. Слушайте, ну, этот аргумент насчет атомной бомбы, он тоже, в общем, достаточно древний. Вы знаете, Юрий, я хочу поспорить с этими утверждениями. Вот я готовлю сейчас какие-то данные, получил из России. Это неправда. Не может 80-83% поддерживать там Путина, его войну в Украине. А это пропагандистские установки. Это та же фальсификация, которая происходит с выборами. И то же самое по поводу использования ядерного оружия. В подсознании советских людей и современных россиян вбиты вот эти установки,
известные, советские. На них опирается, кстати говоря, современная пропаганда. Установки, связанные с тем, что ядерное оружие использовать нельзя. Это катастрофа, это недопустимо, невозможно. И я не верю этим цифрам. И 80% поддержка очень большая, но на уровне там 20-25%. И то благодаря сумасшедшей пропаганде, такой гипнотической пропаганде, очень современной, очень хитро выделанной, так сказать. Вот. И вот эти цифры, конечно, это не правда. Вы знаете, я смотрел видео, я упоминал о нем опять же на днях, на Yahoo News. Я сейчас посмотрю, если оно мне выскочит, я его выведу на экран. Но там шла речь, просто они говорили о поддержке, естественно, об этих всех ужасающих 80%, 90% и так далее, и так далее. Но они это сопроводили просто таким монтажом, опять же, который легко манипулируем, останавливают людей на улице, спрашивают, что вы думаете об этом. Было, наверное, из, ну, грубо так, на глаз 12 человек опрошенных, было 3 человека, которые сказали, война будет до тех пор, пока Путин не сдохнет. Ну, вот в этом ключе и примерно в таких выражениях. Но там тут были есть люди, которые говорили, что давно пора уже покончить с этой Украиной, стереть ее к чертовой матери с лица земли, чтобы духу ее не было, что они себе позволяют, что они о себе думают и так далее, и так далее. Я вам открою некоторые соображения. Вы знаете, я занимаюсь пропагандой, исследованиями пропаганды. И эта пропаганда очень изощренная, очень сложная, очень экспертированная. Вот эта идея иноагентов, это ведь идея, модифицированная идея врагов народа. Это идея, которая очень хорошо работала в советские времена и даже в в сталинские времена, естественно, даже в брежневские времена ее просто реконструировали. Ну, это идея желтой звезды тоже. То есть ты обязан носить ее на себе, если ты являешься. Современные граждане России в такой степени запуганы, что на вопрос, любой социологический вопрос, они отвечают так, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Потому что они боятся, потому что они запуганы, потому что любая не совпадающие, и это пропаганда использует, демонстрирует, транслирует постоянно. Любая точка зрения, не совпадающая с правительственной, это опасность просто заключения, опасность тюрьмы возникает, опасность репрессий. Вот, поэтому это вопрос, социологические опросы, это опросы о лояльности. Безусловно, существуют там вот эти отчаянные там 15%, которые говорят, что они ненавидят Путина и будут против него. Да. Существуют отчаянные 15-20%, которые действительно поддерживают садизм, действительно поддерживает милитаризм, там, империю российскую, Советский Союз, неважно. И существует огромная запуганная масса, это вот 60%, 70%, которые не готовы бороться за свободу, демократию, которые боятся не быть лояльными, которые понимают, что нелояльность в современной России – это опасность репрессий. Как вы думаете, Путин согласится, например, на такую фишку, если ему предложить, чтобы он все закончил, вывел войска, ну, допустим, сохранил контроль над Донецком и Луганском в обмен на нейтралитет Украины, не вступление Украины в НАТО? Это имеет смысл такая сделка? Это очень мало. Путина это не устроит.
к сожалению. Для Путина это проигрыш. Проигрыш демонстративный, не компенсируемый усилиями пропаганды. Ну, надо понимать, что никакой как бы вариант уступок, даже дать ему, если 101% того, что он хочет, допустим, чего он хотел, допустим, 22 февраля достичь, если ему дать вот это дело, все равно репутацию России это не восстановит. И отношение к российским гражданам это не изменит. И отношение к российскому государству это не изменит. Это уже вещи, которые необратимо произошли из-за этого бессмысленного акта, который был совершен. Все рассчитывают на то, что со временем это микшируется каким-то образом, ослабится. Основные требования на переговорах с Украиной, между Россией и Украиной, это в том числе снятие санкций, вот, которые, как говорили раньше, полезны России. Вот. И это условия, которые выдвигаются Украине. И я более того вам скажу, даже если предположить, что Путин там захватил бы Украину, понимаете, он бы не остановился на этом. Потому что для сохранения власти в России необходим процесс постоянного расширения империи. Постоянной мобилизационной стратегии. Да. И сегодня это англичане, по-моему, передали, британские спецслужбы, 9 мая Путин готовится объявить о всеобщей мобилизации. Ну, они не утверждали это точно, но как вариант. Мобилизации для победы над нацизмом. Под нацизмом теперь понимается не только Украина, но и западное сообщество, которое поддерживает Украину. Вот. Ситуация, понимаете, оказалось, что вот эти инструменты, которые он использует, инструменты воздействия на ориентированное на демократию западное сообщество, они очень эффективны. Запугивание. Ну, вот это прямое заимствование, я считаю, вот эта борьба с нацизмом, которая никогда не кончается, которая никогда не победим, нацизм, это наша американская борьба с расизмом. Сколько денег на него потрачено, сколько его не это самое, волка не корми, и так далее. Ну, я сегодня слушал свою любимую радиостанцию КПСС. О, да, я ждал этого момента. Да, да, да. У нас с вами программа внедрения критической расовой теории, то есть по существу расизма. Вот. Это задача номер один сегодня демократической партии и многих-многих демократов в Конгрессе и в Сенате. Внедрение критической расовой теории в школы, в сознание людей, постоянное обсуждение, принуждение принятия этой теории. Да, вот это интересно. 9 мая планировался парад, и даже уже создали сатирические видео по поводу приношения кремлевской стене, к стене стиральных машин, ковров там и других трофеев, захваченных в Украине. Но как вы думаете сейчас, скажем, если говорить о рейтинге Зеленского, он, в общем, рос несколько дней. Мне кажется, сейчас он вступил в фазу плато. Нет, у меня, во-первых, прилагаются усилия очень эффективные по поддержанию рейтинга Зеленского, и я вижу, как работают украинские службы, ответственные за это. Он растет, он на очень высоком уровне, постоянные, ну, чуть даже такие слащавые фотографии, это растет. И
Зеленский благодарен должен быть, конечно, Путину за это в большой степени, потому что столько для поднятия рейтинга сегодняшнего президента Украины, сколько делает Путин, невозможно было бы сделать. Ну, вот. Как вы прочитываете вот этот момент, который ему часто ставят в вину, его выступление перед израильским парламентом, перед Кнессетом, что он, Израиль мог бы делать больше для Украины, хотя Израиль дает очень много Украине. Израиль находится едва ли не в более опасной ситуации гораздо дольшее время, чем Украина. И, в общем, честно говоря, не место Зеленского учить Израиль, как помогать Украине. Израиль дает очень много Украине, в том числе и по каналам, которые не рекламируются особенно, как я понимаю. И да, это добровольцы ему... израильские присутствуют. Да, конечно, там люди... Украины. Но кто его мог так подставить, что он эту речь как бы произнес, вообще ему пришло это в голову? Он не в положении, чтобы с кем-то ссориться еще сейчас. Непрофессионализм. Там не очень сильная команда. Сейчас там меняется ситуация, появились новые люди, вот Арестович. Израиль там очень трудно усовестить. Более честно. Того, Юрий, я вам скажу, что после того, как он обратился к парламенту, к Кнессету, Украина голосовала в Организации Объединенных Наций против Израиля, против установки. Ну, одно из четырех. Да, это более как бы формальный, чем де-факто важный момент. Да. Против голландских высот, по-моему, да? Да, и как вы понимаете, вот, ну, немного смешно, об этом сейчас я с Израилем много общаюсь, по этому поводу кто только не шутит и не смеется о том, что Украина во времена Бабьего Яра, значит, защищала евреев, вот, и что израильтяне на это отвечают: да-да, очень хорошо помним. Тем более сейчас вышел этот фильм «Лазницы» о Бабьем Яре. Это, ну, неудачи, они случаются. Я думаю, вы видели этот фильм «Лазницы», кстати? Да, конечно. Это это документальный фильм. Я знаю работу Лазницы, я с ним переписывался тоже. Самое ужасное это то, что это не художественное произведение. Там что поделать нельзя. Там это документы. Документы, свидетельства. То есть удивительно, как он нашел эти кадры. Ну, он большой мастер вообще, честно говоря. Один из, я считаю, лучших режиссеров сегодня, работающих в документальном кино, в частности. Я не такой большой поклонник его игровых фильмов. Да. Но документальные фильмы я его очень, очень ценю. Процесс, блокада. Потом есть еще представление, если вы видели этот фильм. Не видели? Он есть на интернете в бесплатном как бы доступе. Это... фильм, сделанный по поводу хроники советской жизни, и это как бы все материалы практически, но большая часть из них, они были сняты примерно вокруг года моего рождения. И я это мне какой? Очень... 90-й? Ну, да. «Угадай с трех раз» называется. Короче, да, вокруг 60-го года, я 60-го года рождения. И это все там вот, в основном он использовал то, что называется outtakes, то, что было снято, вот то, что не вошло в фильм, так сказать, пока расставляли там рабочих с гаечными ключами, пока расставляли рыбаков, тянущих сети из-подо льда там этого Чудского озера или где там они, Ладоги. В общем, с корюшкой. Страшное совершенно зрелище. Ты думаешь, вот я родился в это время, когда... жизнь была, ну, она на полсантиметра была выше, чем средние века, как мы себе представляем. Вот как вот фильм «Александр Невский» там выглядит. Иногда ниже средневековья. А я большой поклонник средних веков, честно говоря. Да, я очень интересовался этим периодом.
свое время было много литературы, сам издате, по поводу вот, процесса промпартии, последующих процессов. Значит, по поводу ленинградского дела, это после убийства Кирова. Вот. А там такое количество материалов, о которых люди просто не знают, что это все еще, так сказать, предстоит открывать. Да, ну, надо сказать, что вообще же вот эта фраза Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино, да, и цирк». Вот этот цирк убрали немножко, цирк уехал, кино осталось. Клоуны остались, да, как говорят. И это был серьезный государственный проект. Это был проект, связанный с Коминтерном, когда Вилли Манценберг, фигура, которая меня совершенно очаровывает, уже в несколько лет, немец, который, ноги которого не было, немецкий еврей, по-моему, даже, ноги которого в Советском Союзе никогда не было, он занимался построением, во-первых, советской киноиндустрии. Благодаря ему мы имели советские зрители, имели Дзигу Вертова, имели Кулешова, имели Родченко, потому что он еще и пропагандировал конечный результат. То есть он завозил оборудование из Германии, он строил агитпоезда, которые представляли собой передвижные киностудии, ездившие по всем железным дорогам России, снимавшие вот этих колхозников, снимавшие эту нищету. И они произвели гигантское количество футажа, так сказать, заснятой пленки. Все это обрабатывалось на ходу, все это заархивировано. И это просто вот кладезь истории, который, ну, я не знаю, сколько его еще лет будут рассказывать об этом. И Манценберг, он очень этому всему способствовал. И он, собственно говоря, вся любовь к Советскому Союзу, к советскому авангарду, к тому, что вот возникло после 17-го года на этой территории, все это получило дорогу на Запад через него. И он кончил довольно скорбно, то есть от руки, очевидно, сталинских пособников в Германии, когда в Германии, во Франции, когда был захвачен Париж, и он был заключен в лагерь, и ему было предложено бежать, какой-то из людей предложил ему бежать. И он был очень богатым человеком. Просто деньги зарабатывал гигантские на этом проекте с большевиками, будучи преданным коммунистом, там, ленинистом и так далее, и так далее. Но ему предложили бежать, он убежал с этим человеком, его нашли повешенным через несколько дней в лесу. То есть тот, кто его уговорил, тот его и повесил. Вот такая история была Вилли Манценберга, который начинал с того, что носил где-то там в Брюсселе Ленину пиво в свои 16 лет, там, сколько ему было. Очень давно его знал, очень близкий интерес. Привели очень интересную цитату. Я вспомнил, я дружил очень с Мариком Роденштейном, помогал ему вот в Кинотавре. Угу. Он из этой цитаты Ленина сделал собственную. Очень остроумную. Из всех кино он был директором Кинотавра. Угу, я знаю. Из всех кино для нас важнейшим является искусство. Да, Кинотавр в этом году отменен. Да, Кинотавр, его нынешний директор и владелец Александр Роднянский, украинский продюсер, он просто все героически оставил в России и уехал. То есть не стал никаким образом пособником этого режима. И выступает очень категорически против того, что очень происходит. Очень много русских людей, так сказать, заняли эту позицию. Это прекрасно, и я ими горжусь. Хотя, ну, есть, конечно, там, пара журналистов, и я имею в виду не пропагандистов, там, которые миллионы зарабатывают, которые занимают позицию такую осторожную, побаиваются репрессии. Там, Сергей Шолохов вдруг, ну, умница, талантище, журналист, вдруг, я прочел, у меня в друзьях, я прочел такие тирады в поддержку Путина, ну,
Это можно объяснить только страхом, понимаете? Это можно объяснить только опасностью настоящих репрессий. Я Но страх безусловный, страх безусловной потери абсолютно конкретных моментов недвижимости, уровня жизни, членов семьи. Да, да, да. Это я не помню, кто-то объяснял, как чекисты добиваются нужных им результатов. Технологии, у них нет ограничений моральных, вообще никаких. Да. То есть они могут получить любой результат, просто угрожая человека убить его родственников и демонстрируя это, убивая родственников. Никаких ограничений. Вот это ужасно. Да. Друзья, я хочу, как бы заводя нас на посадку, напомнить вам, что мы продолжаем собирать средства для Украины. И это передача с использованием сервиса Zelle. На мой телефон 917-207-8273. Моя информация автоматически появится, как только вы зайдете через портал своего банка или иным способом на этот сервис Zelle. По-моему, единственный способ – это вот в банке самом или пойти на zellepay.com, их веб-сайт, и соединить свой банковский аккаунт с их сервисом. Это сервис наиболее сегодня устраивающий все стороны нашего небольшого проекта. Средства эти без каких-либо удержаний передаются Украине тем, кто непосредственно участвует. Азов был нашим бенефициаром. Получал наше оборудование, наши бронежилеты, то, что мы смогли купить за эти деньги. И, в общем, всячески приглашаю, поощряю вас участвовать в этом всем. Дело хорошее, дело важное. Вы знаете, история с плакатами. Плакаты у меня еще есть. Если кто-то захочет плакат работы Ирины Завьяловой, посвященный «Cats is Delicatessen», если вы мне об этом напишите, я с удовольствием его вам вышлю. Плакат 36x24, глянцевый, надо иметь место на стене. Я получаю фотографии радостных владельцев, давших более чем $100. И мы из этих денег мы берем за отправку деньги. Это порядка $8 или $10 по Соединенным Штатам. Где-то в эту сумму все это укладывается. И это такая жизнерадостная картина большого американского гостеприимного стола. Катсис затеял когда-то во время Второй мировой войны инициативу «Send a salami to your boy in the army», то есть пошли палку колбасы своему парню в армии. И они это делали, то есть они нашли путь, как это все организовать физически. Люди покупали и отправляли своим близким служащим в армии, и это продолжалось буквально с 40-х годов и продолжается до нашего времени. Чтобы вы знали, эту колбасу получали, я ее посылал и в Ирак, я ее посылал в Афганистан, и это было весьма и весьма... Ну, чувствуешь себя хорошо после этого, так выглядит вот американский быт и американский стол и американская душа. Так что это все еще действенно. И, конечно же, вот сегодня у нас был эфир с Ксенией Гориной. И посмотрите наш утренний эфир. Это касающийся системы образования, проблем и достижений образования в США. Мы со своей стороны делаем свой вклад. Опять же, не можем глядеть безучастно на все это. Информатика в играх и задачах – это учебники. У нас есть программа на 4 года. Как говорит Ксения, от 6 до 9 лет, но если вы не уверены в том, что ваш ребенок попадает в какой-то определенный год, то напишите мне, я вам пришлю несколько страничек из этих учебников, вы увидите, что это такое, и насколько вы можете это все донести до... То есть идея это все на русском языке. Нужно сидеть с ребенком, объяснять ему, решать задачи вместе, смеяться, объяснять и про русский язык, и про российскую, советскую культуру. То есть учебники были достаточно давно созданы и доказали свою эффективность. Посмотрите, что об этом рассказывает Ксения вот в предыдущем стриме сегодняшнем. И я думаю, что... меня убеждает количество людей, которые приобрели уже этот учебник, в том, что дело это нужное, полезное, люди довольны.
и это помогает нашему каналу в том числе. Опять же, через Zelle 917-207-8273 $60 стоит один год. 4 года, соответственно, 240. Видите, математика действует. Юра, да. Я хочу обратиться к вашим зрителям и слушателям и признаться в чувстве любви к вам. И призвать их, да, вы абсолютно бескорыстно это делаете, то, что вы делаете, продвигаете эти ценные идеи демократии, свободы. Я хочу призвать ваших зрителей, которые должны понять весь уровень вашего бескорыстия, вот, и начать помогать вам. Делать то, к чему их призывают обычно любые ведущие, любые блогеры, господа. Значит, не будьте халявщиками, ставьте, пожалуйста, лайки в количествах там огромных, потому что это не деньги, от вас требуется просто признание, уважение, что ли, к Юрию Дашевскому. Делайте, пожалуйста, ссылки на его эфиры. Шерите, да. Да, шерите. Вот, пожалуйста, помогайте Юрию. Он делает абсолютно бескорыстное, важное дело. Он снабжает вас ценнейшей информацией, вот, и я думаю, помогает Украине, кому только еще не помогает. И я думаю, что те, кто не помогает Юре, значит, должны себя чувствовать, ну, неудобно. Да, вот я хочу, чтобы все чувствовали себя удобно, друзья, поэтому лайкайте, это один всего лишь клик. И подписывайтесь. Я все-таки призываю, чтобы вы подписались. И да, тем, кто из Канады хочет участвовать в этой всей истории и приобрести эти учебники, там немного выше отправка будет стоить. То есть она стоит чуть-чуть больше денег. Ну, я не знаю, на $10, наверное, она больше стоит. И если у вас есть счет в банке американском, то через него можно послать чек. Напишите мне на мой адрес, на мой email, если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, и вы хотите получить. Мы отправляли в разные страны, признаться. Но там получается, что вот почему-то в последние пару лет сильно подскочила отправка. Я отправляю эпизодически книги в Россию, в Болгарию, в Украину, в Чехию. Цены какие, причем это через государственную почту. Да. Цены огромные, ужасные. Цены растут, и цены на бензин, конечно, не способствуют удешевлению всего этого дела. Тут да. Канада, кажется, просто можно докинуть, типа через границу перебросить это все. Но абсолютно какая-то диспропорциональная, очень недружественная цена на посылки в отправление в Канаду. Но пишите мне, и мы что-нибудь с вами придумаем. Мы придумаем, как это все осуществить, как это сделать. Мы будем только рады этому всему. Константин, огромное вам спасибо. Да, я поставлю лайк, Юрий, да. Пожалуйста. Вашим передачам, и призову своих знакомых делать то же самое. Я, кстати, очень рад, что мы коснулись работы Сергея Лозницы и его фильмов, друзья. Обратите внимание тоже на этого замечательного современного режиссера, очень ответственного, очень серьезного. Он нашел совершенно уникальный способ показать то, что лично я много раз видел. Фильм «Блокада», например, эти кадры с ленинградской блокадой. И вот этот процесс Труд-партии, да, как он, Труд-партии, да, назывался, по-моему? Или Пром-партии? Пром-партии. Да, промпартии. И он тоже удивительно, все это подчищено, то есть ощущение, что ты просто присутствуешь при этом всем, и он, трюк его заключается в том, что он переозвучивает звуковую дорожку, он добавляет туда, насыщает ее современным уровнем звукового дизайна. Это не музыка, которая гудит в современных фильмах постоянно, если вы не обращали внимания, представляете, что-то зудит на заднем фоне. Нет, там просто вся эта звуковая среда, этот звуковой ландшафт, реальной ситуации, он воссоздан, и это
в общем, дает вот этот самый эффект, который так оценен им, его зрителями. Он постоянный участник Каннского фестиваля. И, в общем, это имя мирового масштаба. Мы с Сергеем встречались на Каннском фестивале и обсуждали, кстати, у него была идея сделать фильм о Валерии Новодворской. Угу. Вот, мы это обсуждали. Может быть, когда-то он вернется к этой идее, не сейчас, потому что, может, сейчас это все все-таки, ну, биопик, как это сегодня называется здесь, биографические картины. Вот. Но, может быть, вернется. Я, во всяком случае, выкручивал его руки и требовал, чтобы он этим занялся. Да, да, но, видимо, придет свое время всему. Друзья, огромное спасибо. Константин, огромное спасибо вам и в солнечной Калифорнии. Пусть вам будет хорошо. И мое признание в любви к вам сделано из Калифорнии, где это просто, ну, нормальная форма отношений между мужчинами. Ну, я в Нью-Йорке нахожусь. Я постоянно признаюсь любви к разным одушевленным и неодушевленным предметам. Так что для меня не... Для меня приятно, как бы, получить обратную связь. Спасибо вам за высокую оценку моей работы. До свидания, друзья.